Ненецкий округ отметил один из самых главных национальных праздников – День оленя. Сами оленеводы – это грандиозное событие, как только не называют, и местным Новым годом, и даже заполярным многоборьем. Смысл прост – жители тундры собираются вместе, чтобы встретиться с роднёй, обменяться последними новостями и выявить сильнейшего в различных соревнованиях. Гуляния прошли во всех общинах нашего региона, и в каждом праздник чествовали по-особому. Не осталась в стороне и община Канин, она находится в 350 километрах от Нарьян-Мара. На крайнем севере официально отмечать профессиональный праздник День оленя начали на заре советской власти, но на самом деле корни этой традиции уходят вглубь веков. Община Канин после небольшого перерыва в этом году праздник отмечает громко и со всей ненецкой душой. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Пока одни выступают возле чума, другие готовятся, как говорят сами оленеводы, к маленьким олимпийским играм со своей северной спецификой. Спортсмены без устали прыгают через нарты, бегают быстрее ветра и метко бросают тензей, как они называют лассо, которым отлавливают оленей в огромном стаде. Это только с виду кажется, что все это сделать очень просто, и здесь нет ничего сложного. Но чего стоят одни прыжки через нарты? Человек без подготовки и 10 раз так не сделает. На самом деле прыжки через нарты – это довольно-таки сложные. Само по себе там необходимо, иногда напрыгивают более 100 раз. А в самом деле необходима определенная техника, определенные навыки. В стороне не остались даже самые маленькие покорители тундры. Детишки между собой тоже устроили соревнования. Например, кто первый заарканит условного оленя. Ведь в будущем этим ребятам предстоит научиться многому. Поэтому родители к кочевому образу жизни готовят их с раннего возраста. Например, бывает такое, кто-то еще только ходить научился, а уже умело управляет упряжкой. Ездить на оленях, ловить оленей, ловить. А на рыбалку ходишь, на охоту? На охоту хожу. Ну, получается ли? Да. Олени для этих людей сегодня, как и тысячи лет назад, единственная основа жизни. Фрукты, овощи и прочие блага цивилизации в эти места, конечно же, периодически завозят. Но, как говорят местные, пока у них есть олени, у них есть все. И больше ничего не надо. В Нарьян-Мар приехали дети солнца. Так себя называют древнейший коренной народ Кольского полуострова Саами. Их быт за сотни лет практически не изменился. Они все так же кочуют в тундре, как и наши оленеводы, верят в необычных богов, занимаются шаманизмом и говорят на своем языке, алфавит которого состоит из 43 букв. Этот народ уникален тем, что в России его представителей осталось всего около 2000 человек. В столицу региона Саами привезли свою выставку. На ней можно увидеть их быт, традиции и обычаи. Вот эти штаны шил я, да. Я около месяца их собирал, очень долго, ну, думал, чего как собрать, а потом разозлился и за один вечер сшил. Саамский мужчина, как и женщина, должен уметь все. И это не просто слова, условия. У кочевого народа их множество – вера, шаманизм, язычество. Это само по себе уникально сохранившиеся традиции древних предков, которые положено соблюдать. Чтобы увидеть Саами изнутри, достаточно посмотреть на одежду. Узоры, которыми разукрашена национальная одежда, словно разложившиеся карты на столе у гадалки, всю правду тебе покажут и расскажут. По костюму и по рисунку я могу прочитать практически все. По человеку. Да, по его костюму она пишется, как сказать, как жизнь. Семен Большунов – потомок кольского народа Саами. Ближе к оленям, в тундре он еще с детства. За свою жизнь освоил множество различных навыков. И шить научился, и готовить, и даже сложный финно-угорский язык освоил. Живет Семен ближе к Норвегии. А вообще Саами существуют на территории 4 стран – Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Семен Большунов пытался возродить на своей земле оленеводство, но браконьеры снова помешали. Теперь все чаще ездит по другим городам, рассказывает о культуре древнего народа, к которому непосредственно относится. Мы, кстати, мы произошли от оленя. У нас есть такое верование, что мы произошли от Бога. Он наполовину олень, наполовину человек, а вместо рук у него крылья. То есть он мог превращаться в птицу и всегда был олень. Его зовут Мяндыш. Он сын солнца. Мы всегда изображали солнце. То есть мы дети солнца. И мы всегда изображаем солнце. Это считается наш главный оберег. Живут Саами в тундре, вот в таких чумах. Сам древний народ его называет куавас. Спят в спальниках из шкуры оленя. У них тепло и очень удобно. Если ты, конечно, живешь с женой, так ты, конечно, шил-ширше с женой, чтобы... Это балаган. Ну, балаган и у вас есть, как бы. Также вот у нас вот это место священное всегда было впереди. Кстати, такие слова, как пимы, таборки и малица, Саами переняли у ненцев, которые пришли на их земли еще в XIX веке. С тех пор традиции двух народов стали немного похожи.
Вот это, кстати, это не лодка. Это наша... Лодка, да? Нет. Кажется, на первый взгляд, да, кажется, что это лодка, но это наше средство передвижения. Это старинные сани. На таких... Да. Раньше у нас на таких санях ездили. Дело в том, что у нас очень каменистая тундра, и очень удобно на ней передвигаться вот именно вот на таких санях. Запрягался один или два оленя. Вместе с Семеном Большуновым на Ринмар приехала Татьяна Игрова. Она тоже представительница древнего народа саами. Девушка работает руководителем Баренцева офиса коренных народов Мурманской области. В столицу региона прибыла, чтобы пообщаться с ненцами и изучить их проблемы. По возможности помочь решить. Тем более для нее это так знакомо. Люди обращают на нас внимание, знают, что есть саами, знают, что у нас есть свои проблемы, знают, что мы коренной народ, а коренные народы имеют свои потребности. Поэтому работа ведется. Но, к сожалению... Я считаю, что она должна улучшаться. Ну, так и будет, я думаю. Познакомиться с бытом саами и увидеть уникальную выставку может каждый. Она расположилась на втором этаже культурно-делового центра «Арктика». В рамках международной встречи стран Арктики в Наринмаре прошла презентация фильма «Белый ягель». Художественная лента о современных жителях тундры отражает судьбу коренных этносов. Пусть некрасивая. Мят мансием мымбая. Лишь бы по хозяйству могла. Печальная история юноши, полюбившего девушку Аника. Побывав однажды в городе, она больше не захотела вернуться обратно в тундру. Фильм «Белый ягель» — это отражение современной действительности, которую создатели хотели сохранить и передать максимально точно. Это мое было непременное условие, когда я договорился с Тумаевым, с Володей, с режиссером, что снимать только в тундре и только на ненецком языке. Тогда это имеет смысл. Смысл фильма поняли не только представители малочисленных народов, но и все зрители. Без продолжения рода на земле предков народ потеряет свою изюминку, а затем растворится в мире глобализации. При поддержке Министерства культуры удалось еще раз напомнить о важности этой темы. Такие фильмы должны быть больше. Они должны быть разноплановые, потому что территория Арктики – это 2/3 территории России. Поэтому о той жизни, о той природе, о людях, конечно, надо, чтобы как можно больше людей знали. Кстати, жители тундры тоже увидели кинокартину. Целую неделю создатели фильма ездили по просторам Большеземелья и устраивали сеансы в кинопалатках. Следующие зрители «Белого ягеля» – жители Малоземелья и Канинской тундры. Сто лет назад наш соотечественник Ян Нагурский впервые в истории поднял крылатую машину в небо над Арктикой. В честь этого события российские пилоты совершили полет на новую Землю, чтобы установить там памятный знак. С давних времен Арктика манила путешественников, мореплавателей, исследователей и первооткрывателей. Среди суровых льдов они отчаянно искали новые кусочки суши. К примеру, кто только не мечтал найти мифическую землю Санникова. Но часто экспедиции завершались трагически. Так, в 1912 году сразу три экспедиции – Седова, Брусилова и Русанова – отправились в арктические просторы и пропали там. Именно на их поиски спустя два года отправился Ян Нагурский на гидросамолете «Морис Фарман», совершив первый в истории человечества полет над Арктикой. Эту дату принято считать началом полярной авиации. Несмотря на то, что миссия Нагурского завершилась безуспешно, ее результатом главным было то, что в мире родилась полярная авиация. И сейчас мы отмечаем этот юбилей столетний. И мы водрузили памятный знак на новой земле, чтобы люди помнили о том, что Россия является колыбелью полярной авиации. Памятный знак прикрепили на лопасть от самолета Ан-2, который первый летал в Ненецком округе. Установка стелы – очень волнительный момент. Каменистую почву прорубали топором, землю с камнями выгребали буквально руками. Лопасть на месте, осталось только закрепить. И вот небесно-голубой памятник возвышается над арктической землей. Да. Ура! И в завершении экспедиции круг почета. Всего Ян Нагурский совершил 5 полетов в небе над Арктикой общей продолжительностью более 10 часов. И несмотря на то, что пропавший экспедиции летчик так и не обнаружил, его полеты имели очень большое значение. Нагурский внес существенные коррективы в карты, предоставил сопровождающим судам информацию о состоянии льда по маршруту движения, впервые выполнив тем самым функции ледовой разведки.